строительство еще одного маленького спортивного объекта на Гродненской области. Это позволит нам расширить наши спортивные возможности. В данном случае я буду вести разговор про баскетбол 3 на 3. В скором будущем данный вид спорта становится олимпийским. Впереди у нас республиканские соревнования, поэтому мы сегодня вывели сильнейших, определили свои команды, которые будут защищать честь Гродненской области на республиканских соревнованиях. Мы благодарны табачной фабрике за то, что вот организовали вот это мероприятие. Было за что бороться, будем так сказать, и сражаться.